Знаешь, Достин, скажу тебе честно, я уже немного проголодалась, и меня так и тянет на нашу замечательную кухню. Ну, потому что уже настала наша самая любимая вкусная рубрика. Роман, доброе утро. Доброе утро. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы с вами будем готовить интересное блюдо. Я как бы его так назвал «блины с припеком». О, как или здорово! Можно еще по-другому назвать ленивые блины. Да. Ну, я, как всегда, готов вам помочь. Хорошо, тогда приступим. Как ленивый, так он помогает. Если бы были не ленивые, он бы сказал, давайте я посмотрю. Значит, блины у нас будут состоять, начинка будет состоять из свежей семги, красного лука, укропа и каперса. Это все, что мы вовнутрь положим. И все это зальем тестом для блинов, и получится вкуснятина. Вкуснятина, да. Достан, я вам тогда доверю свежую семгу мелкими кубиками произвольно. Окей. Я пока в это время нарежу быстренько красный лучок, и мы начнем уже обжаривать. Интересно, вот ленивые блины, это тесто? Потому нет, что тесто абсолютно одинаковое, как для обыкновенных блинов. Угу. Почему такое название? Почему ленивый? Ну, вообще они правильно называются блины с припеком. С припеком. То есть мы сначала сделаем поджарочку, а потом зальем это все тестом для блинов и... Ах, вот оно что. И у нас, получается, начинка будет в блине. В блине самом, понятно. Обжарить можно как на растительном, так и на оливковом масле. Ну, оливковое тоже растительное. Сковородка у нас разогрелась. Вот, совсем немного масла, да? Да. И на среднем огне можем обжаривать наш красный лук. Угу. Затем мы добавим семгу, чуть-чуть посолим, поперчим. Да что вы, я никогда не знала, что можно вот эту копченую семгу, да? Нет, это свежемороженое. А, это свежемороженое. Да, да, да. А, вот как она выглядит прям. Это все обжаривается или это для... Зелень мы потом в конце добавим, после того, как мы зальем это все тесто для блинов. Ну что, наш лучок прямо румянится там? Да, делаем потише огонь, нам сильно жарко не нужно. На стену вообще даже не с нами. Смотрите, как сосредоточено. Я увлекся. Молодец, у тебя очень хорошо получилось. Все, что нарезали, можем уже смело добавлять наш. Да? Так, первый раз я так режу семгу. Угу. Да, обычно. Обычно ее ем только. Да? Угу. Можем добавлять. Начиночку, да? Да. И можно вообще импровизировать, наверное. Да, все на ходу. Все на ходу. Можно мне ложку чайную? Конечно. Там есть? Так, я почти заканчиваю. Вот, так. Смотри, как здорово. Я никогда не думала, что эти каперсы. Каперсы можно обжаривать. Он смотрит, видите, хочет все отрезать. Я хочу все нарезать. Ну и отлично. Где-то можно, наверное, треть добавить для каждого блина. Ага. Не все, а где-то треть. Третью часть. Потому что мы будем делать пока один. Да, вот где-то так. На один блинчик. Ну давай. Смело. Скидывай. Сковородочку скидывай. Да. Так. Молодец. Сразу посолим. Попрощу. Браво. Перемешаем это все. Вернем на нашу сковородочку. Всегда восхищался, когда повара так делают. Да. Только заодно это хочется быть поваром, да? Все это перемешиваем. Да. Когда у нас семга уже подрумянится и уже будет готова, тогда мы зальем это все тестом. А тесто? Блинное тесто. Блинное, обыкновенное. Обычное, да? Молоко. Так. Мы здесь чуть-чуть так нарисуем нам, чтобы у нас все распределено было красиво. Ой, какой запах прекрасный. И красиво. И вот я никогда не знала, что это возможно. Единственное, что у нас нюанс, когда мы готовим блины с припеком, то мы делаем их чуть-чуть толще. Да, согласна. Толще, чем обычно. Угу, угу. То есть чуть больше теста, наверное. Да, чуть больше теста. Ну что ж, пока мы залили блинным тестом, и пока все это созреет, мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами. Ну что ж, друзья, наша программа продолжается. Мы снова на кухне, и наш завтрак уже почти готов. Да, вот последняя, так сказать, нотка украсили. Роман приготовил, вот, казалось бы, традиционные блины, да? Мы все это знаем, как готовить тесто, но этот блин особенный. Он с припеком, или, как говорят, ленивый. Вы можете все что угодно обжарить. Вот мы семгу обжарили, туда добавили немного помидоров и лука, и сверху залили просто блинным тестом. И получилось вот такой фаршированный, как будто уже в самой структуре блина, вот такая замечательная начинка. Ну что ж, пора дегустировать, да?
Нам нужны приборы. Так как ты трудился, а я только смотрела, вам не помогал. Я тебе это вилка предоставлю, это право. И вам тоже. Давайте тогда сметанкой украшу. Сметанка обязательно. Обязательно на край. Я думаю, что наши зрители очень легко запомнили этот рецепт, потому что он простой и, по-моему, очень... Элементарный. И, конечно, занимает все-таки очень мало времени. Я думаю, каждая домохозяйка знает у нас блинное тесто. Да, у всех, кстати, немножко разные, да? Ну что, как? Очень вкусно. Попробуйте. Ну, я попробую. Ну, наверное. Оригинальная версия была. Да, вроде бы и блин, но он уже с начинкой. Да, вообще, это очень оригинальный, интересный рецепт. Приятного аппетита. Приятного аппетита, друзья. А наша программа продолжается.